Ну, раздулся я. Сейчас у меня омега-3 пойдет сюда в рулетик. А все благодаря вам. А я ж не собираюсь поправляться. Ну куда ж вас денешь? Такие лавашики получаются. А муку я использовала только для раскатки. Причем тесто тоненькое, тоненькое. Бедолага. Покажу, какой я вчера сыр в Лидл купила. Он такой немножко... Но это не фета грека. Это, ну, такой, знаете, ну, даже... Ну, чуть-чуть на брынзу похож, да. Такой чуть-чуть он подсоленный. Вкусный. Очень даже. Вот такой шматок приличненький. Это он на меня обидется. Потому что этот уже сидит намазанный. Я его сейчас в рулетике на сковородке обжарю. Он так сидит, надувается. Горячий. Горячий из него воздух выходит. Мне всегда было интересно. Вроде раскатала тунь. Как он так надувается карманом. Не знаю, чего. Чем горячая сковородка, тем лучше. Раскрывается. Это он говорит, положи мне что-нибудь в кармашек. Ага, сейчас. Омега-3. На перекус. Сейчас стакан чая. Это второй перекус. Сразу свернула его. Чтобы водой не проливать. Ну, вернее, не смазывать макрокисточкой. Получаются, знаете, сразу хрустящие. А я такие люблю. Готовим такой перекусик. Слышно, это у нас подъезд убирает. Ряженочка. Она прям стоячая. О! Ну что, как вам такой десерт? Не знаю, сколько калорий. Влюбленные калорий не считают. Вот эти орешки я тоже поем. Пару замороженных ягодок не хватает сверху. Ну, сейчас я себе добавлю. Смотрите, какую я себе дачу на горе нашла. Видали? Там, правда, только стены. Больше ничего нема. А не, якийсь тракторец внутри стоит. В общем, это в Алёнином районе, видите? Такое хозяйство, там сад, огород. Эй, пошел туда, заброшенный такой этот. Хотела вам эти деревья показать. Мы едем в наш шопинг. Дайте хуй понюхать. Ой. Боже, как пахнет. А пчел сколько. Ребята, на улице 20 градусов. Вы не поверите. Дерево гудит. Гудит. Это, наверное, луки не пчелы тут. Неправильный мед собирают. А что неправильный? Потому что он не у нас в банке. А он там в цветочках застрял. Ладно, пошла, забираю я свою дитину. Детей гору видно, и все видно. Да? Как в лучших домах. Гляньте, что творится. Ой, как красиво. Вот хочу вот такой вот неухоженный огородик, где кульбабы растут, а ты сидишь там в траве и ковыряешься. Это, наверное, старость, блин. По мозгам бьет. Ну, как можно такое, вот такое зарощенное любить? Вот мне вот такое нравится. Я балдею. Я просто в таком, знаете, легком
тут еще колючая проволока есть. Или... Вот это вот мне нравится. Вот я с этого балдею. Ай-яй-яй. Какая краса, абрикоска. А в этом доме всю траву вырезали. Может, его продали. То оно такое заброшенное было, зачуханное. Ты смотри. Видимо, продали. Ну, тут как бы жилья нет, но участок хороший. Да, скорее всего, что хозяин объявился. Что оно тут таке стояло запущенное. Годами. Так, ладно. Короче, сейчас меряю. Сейчас. Это мое. Это я. Это я меряю. А, си. Devi prenotare, Giuseppe. Dove? Domani mattina. Vai sul sito Wizz Air. Wizz. Ora io te l'ho mandato lì il screenshot. Devi andare lì, tanto è il volo che parte da Genova. Fai tutta la procedura, sai che le date che io parto, il volo che io parto è del 30. Quindi cerca di partire il 30, come ho fatto io, no? E poi vai avanti e prenoti, poi se vuoi aggiungere valigia la aggiungi, se no no. Sì, e beh sì, ci vuole pagare. Forse, se no come paghi? Lalo, avreste dato, perché vabbè, ora come il nero, ma secondo me è una cosa più normale. Questa è una M, sì. Sì, è una M, però veste tanto, capito te? Allora l'altra sera. Размер è sicuro. Размер универсальный. Так, кардино, сейчас еще черные штаны померяю. Эти типа джинсики, знаете, такие дороже. Сейчас черные одену. Capito perché non posso sgararvi di tanto? Già fatto. E poi io anche tutte le spese così, quelle extra che non avevo mai fatto. Ma la guardo così, ma poi tanto ci sono sempre qua, non è che. Ma sì. Questo sì, questo mi merita. Carina, eh? Sì, perché queste sono adesso. Jeans, cosa? Sì, perché va bene questo tutto. Che poi c'è la nera, c'è la bianca, c'è la blu. Questa è una maglietta da comprare, che non costa neanche tanto. 16 euro. Questo da questa bella crassura. Ora che abbiamo questo vestito, che se mi piace, il mese prossimo lo vedo. А, ну да. Мы же зашли без хуя. Взяли же. Короче, взяла штаны из хуя. Красивые штаны. Короче, Алена взяла такую мини-духовку. Фриджи-тричиария. Посмотрим, как она будет работать. Может, я себе куплю. Хотела вам показать вот такого же ботинского. На огород поставить, коту отплывать. Красивая штучка. Что она делает? Не просто так, для красоты. Еще тут какие-то зайцы стоят. Зайцы, коровы, машины. Дороговатые, конечно. E asciuga bene la cute, poi così toglie tutta l'umidità e non scende, poi va proprio a stirare i capelli. Faccio lei che intanto è semplicissimo. Posso provare? Ma di che la faccio vedere? Sì.
qui vede, potrei tenere le temperature quando sono, quando sono più bagnato, le temperature sono più basse. Basse, ok. Noi invece andiamo più che tra gli asciutti, ovvero ho temperature leggermente più alte, perché da bagnati i capelli si lavorano meglio. Ok. Quindi ora, ora ce li ho già lisci, non mettere vedere. 140. Vedo da questa parte. Vedo. Differenza. Вот это у Алены все есть, нету этого, которое кончики приглаживает. И теперь она хочет еще, чтобы стирать, гладить волосы, гладилки. Сейчас Алене намочат волосы, потому что она с мокрыми волосами тоже гладит. То есть ты помыл голову, и ты можешь их гладить, она сушит и гладит. Сейчас посмотрим. Там есть кнопочки, там где мокрые, где... 500 евро стоит. Недорого. В общем, бедные пошли деньги тратить. Надо что-то нажимать. Куда деви фары? Алена двери ломает. Тебе надо, надо приложить сколько. Тут оно сейчас говорит, сколько надо его лектура артикули. Окей, говорит, сколько валены штук. 4 штуки. Окей, а мне? Сейчас оно мне скажет. Нажать. А что 3? У меня 2. Окей. Короче, сейчас меня будут обвинять, что я какую-то вещь украла. Потому что она мне сказала, что у меня 3 вещи. А у меня 2. Сейчас я померяю. Я как гапочка с колхоза. Алена. Модель. А ну-ка. Вот уйдите, дама стильная. Ну. Ребята, это куфайка. Решила вернуться в старые добрые времена. Как вам? Мягенькая такая, стёганочка. Валянку, конечно, таких нема. Ну, Алена як з города, як я як з колхоза. А ну на, покажи меня. Сзаду, спереду. Но тебе не очень, честно. Не знаю, мне нравится. Карманы большие. Просто сюда надо светлые гольки. Ну и штаны те, которые прилегают. Беру. С беленьким совсем другое дело. Очень даже неплохо смотрится. Она. Колхоз. Ну, цыганка же.
А он еще, а, Лера, еще юбочка вот висит, еще такая. Это уже для меня. Это уже для курса первого.